косплей – костюмированная гульня, якая узникла у Японии в осяроде фанатов аниме и манги. По сутности, это перепранание у костюму ведомых персонажей и выраб таких костюмов, как правило, своими руками. Головная умова в образ треба презентовать, ужиться у яго и на некалькі годин забыть уласное, як кажуть косплееры, мерзкое имя. На протягу 8 годин у Гомеле персонажи мультфильмов, сериалов и видеогульня демонстрировали свои костюмы у форматах дефиле, сценок, танцев и караоке. С 1000 заявок, подаденных на фестиваль, только 350 персонажей прошли на сцену. Гэта амаль 30-ты вобраз Кіті. Костюм жрыцы яна рыхтавала самастойна, спецыяльна для фестывалю. Дарэчы, такія незвычайныя вобразы папулярныя таксама на фотосесіях і модных паказах. Доктор Манхэттен из телесериала, точнее, это фильм пока, телесериал будет сниматься, хранители. На баночки размешивали с вазелином, очень долго и продолжительно это все носили, часа почти два. Ну, будем надеяться, за вечер отмоемся. Наколькі удзельнікам удалося ўвасобіць вобразы, ацэньвала журы. У выніку ў розных намінацыях былі адзначаны 70 лепшых работ. Кацярына Сапельнікава, Максім Славін, Тэлерадыёкампанія Гомель.